Всем привет, 2 часа дня. Как вы поняли с начала видоса, ну, с самого начала видоса я работал, значит, лейкопластырь не помог. Примерно с 10:30 до 2, вот сейчас 2 часа. Ну, может, чуть-чуть. Я там в 1:30 закончил. Я только порог сделал. Ну, если так разделить, я только эту работу сделал. Потому как... От удара он же ушел, и здесь такой провал был, пришлось и сюда подтягивать, и наверх подтягивать, и здесь подтягивать. Но потом еще и рихтовать, потому что он весь был усаженный, и был большой провал. Небольшой, 3 миллиметра провал был в этой части, если длинная шпатель, длинная черная вот эта, приложить, то был провал. Поэтому отдельно пришлось вот этот подтягивать. Есть, это готово, это готово. Это все сразу поварил, дверь снимал, резинку не я порвал, наверное, от ДТП порвалась. Все возможно, здесь все у нас готово. Резинку сейчас поставил, потому что, знаете, дверь закрываешь, так она на резинке немножко оттопыривается и свое место занимает. А так она, когда закрытая, у двери есть у замка небольшой люфт. То есть она закрылась ровно, ты берешь так пальчиком, чуть подтянул, бросил, бук, она уже торчит. Поэтому резинку поставил, она, соответственно, начала торчать немножко, и ригелек назад туда забил. Ну, как бы вроде ровно, как бы все. Может, еще надо будет, но вот сейчас все изменится. Зазорчик, раз, два. Пока идет все хорошо, пока все замечательно. Кстати, вчера был, нет, не вчера, пару дней назад был вопрос, человек спрашивал, если я варю среднюю стойку и выставляю размер, а потом, когда все усилители сварю, у меня на 2 мм ее всю стягивают, что делать? Ты же сам ответил. Если на 2 мм, дописал, если на 2 мм стягивают, значит что? Правильно, значит изначально нужно делать на 2 мм больше. Потом, когда все обваришь, ее стянет на 2 мм, будет ровно. Так и здесь. Вот этот шов
на пороге, он всегда подтягивает, ну всегда он пытается вытянуть. Все-таки сварка на стык, каплю красного металла, буш, и нагрели, да, она упала от полуавтомата, но он остывает, но уже стягивает. Поэтому изначально здесь немножко был большой, больше зазор нормы я делал. Хотя тоже, знаете, парадокс какой. Парадокс какой. Ну, у меня была черная часть. Нет, у меня вот эта родная была же, она целая, как бы весь кант. Там лежит где-то штангель маленький. Я померил... Где-то еще штангель, не знаю где. Я померил, к примеру, вот это расстояние на штангеле. Вбил его. А потом, когда начал выставлять, если по штангелю выставляешь этот размер, такой огромный зазор получается. Поэтому сейчас зазор шикарный. Кстати, клиент, дверь немножко, да, подломанная. Ну, то ерунда. Сейчас зазор шикарный, но по факту между отверстиями меньше. А если сделать между отверстиями по штангелю, тогда зазор будет меньше. Ну, это такая. То есть, не всегда эти все контрольные точки, они помогают. Я имею в виду размеры. Вот, к примеру, вот здесь вбит размер на штангеле. Если снять ригель, там есть отверстие. Если штангель поставить туда, то вот метка, это есть тот размер. И даже сейчас померить он может не сойтись. Так, дико извиняюсь, нас с вами отвлекли. Значит, дальше какая нестыковка. Смотрите, это я сейчас подрезал все. Ну, изначально сделал нахлест. Там на 5 мм больше, на 5 мм больше. Потом вот только что обрезал и достал вот эту полосочку. Вот я насколько делал больше. То есть ты ее обрезаешь, достаешь. Пока двери не было, я снимал дверь, дабы не мучиться, она тем более легко снимается, дабы там хорошо работать, я сразу вот эти точки все проварил. Есть. Вот этот стык, он совпал хорошо, кант совпал, все, класс. Но, как мы сейчас видим, у нас черная арка торчит туда, а это туда. Вот какая нестыковка. Хотя здесь еще хорошо, кант еще хорошо, я его уже переварил, даже зачистил. А дальше нет, потому что я говорил, что вот это у нас... Часть была запавшая. Мы-то вроде вытянули хорошо, но мы же как бы не контролировали тут. Нет. Поэтому теперь у нас черная вся торчит. Черная вся торчит. Вот насколько. Видите, как печально. А если по зазору, что мы видим? А мы видим, в принципе, все и хорошо здесь. А вот это туда у нас западает. Значит, нам надо с вами подтянуть серую часть. Как, кстати, мы его изначально не... когда это, в субботу, я его подтягивал, но все равно резкие стучания, и вот он идет, и дальше он опять начал открываться. Вот здесь больше зазор, чем здесь. Все-таки это место ударенное, подтянутое. Будем варить, будем тянуть. Нам главное сейчас дойти до внутряка. А зазорчик мы потом можем потянуть, поиграться. Так, но так как у нас нестыковка, надо что-то тянуть. Если мы сейчас будем тянуть здесь, то у нас есть шанс, вот это будет разгибаться, а нам вот еще торчит, надо идти. Поэтому сейчас вот возьмем гидравлику, так зацепим и легонько подтянем. О, смотрите, раз, видали, как идет? Оно уже идет. Ну вот оно ровно, а вот я бросил, то есть оно шевелится. Сейчас гидравлику натягиваем и варим, буш, полностью все. Подтянул, я просто натянул, и теперь у нас черная утоплена. А родное торчит. Наоборот, все поменялось. Можно сейчас простучать, спустить, закрыть дверь, посмотреть. А можно рискнуть. Вот видите, отпустил и опять немножко... А, нет, здесь уже хорошо. Ага, здесь плохо. Значит, вот совпало. Совпало. Здесь все совпало. Вот это можно варить. А потом будем отдельно петельками, походу, вот эту часть, эти конты дотягивать. Этот и этот. Ну, здесь ровно. Куда я его еще тянуть? И здесь вот ровно совпало. Значит, все. Сейчас берем и привариваем. Там брезента два слоя, плюс картонка. Потому что работа по ужелению таких вот элементов, сапожок, это знаете, как происходит? Выставил, открыл дверь, прихватил, закрыл дверь, посмотрел, ага. Открыл дверь, прихватил, поприхватывал, закрыл, ага. Чтоб брезент сто раз не вешать, я там все хорошо сделал брезентом два слоя. Плюс там еще пару картонок есть. Точно не прошло. Заварил и сразу же зачистил. А, ну так прикольно, знаете, чем сразу варишь, а потом чистишь. Тут так бы поэтапно мы так вот заканчиваем, вот так вот. Вот надвигаемся, вот к той вмятине, то последнее.
Все, тут готово. Дядь Коля, видал, как красиво? Ты спрашивал, как ты красиво так зачищаешь? Дядь Коля, это не я. Это все болгарка Метаба с ленточной насадкой. С ленточками. Там ссылка под видосом на ленточный адаптер. Есть. Теперь что нам нужно сделать? А теперь надо вот этот момент подтянуть. Потому что он опять... Впереди планета вся, черный элемент, а серенький у нас утопленный. Хотя кантики сошли здесь полностью. Теперь надо петелек поменьше только. Ну, не надо растягивать. И легонько подтянуть. Пять. Там еще полчаса назад готово было все. Слушайте. В комментах писали, зазоры плохие, потому что ты что, не видишь, что капот вообще крашеный не такого цвета, как крыло? Я не видел. Вот честно, не видел. Как раз Ванька толщиномер припер. И вы знаете, я как бы всю машину там, ну тут до 130, понятно, крыша меньше. Я не заметил, что что-то плохое здесь. 125, это что, плохое? 125. Что там у кого крашено было? Все там просто песня. Все просто замечательно. Все просто замечательно. Ничего не крашено. Как вы так все замечаете? И двери вам, кстати, вот те, что мы поставили, тоже кажутся, что не такие. Разброс такой. Но это все нормально. Она вся хорошенькая. Ну, хорошенькая. Ну, вот так вот покрашена. Тут 127, тут 115, тут может быть больше. 155. Видите, 144. Она вся родная. Вся-вся родная. Поэтому все тут замечательно. А, это не мы, если что. Зазор. Там больше, там меньше. Помним, да? Автомобиль нужно делать полностью симметрично. Поэтому у меня тоже так получилось. Ой, а что дверька не закрыта? Если что, тут собрал все, что разобрал. Там стоечки, накладочки. У меня... Да оно как-то непонятно, знаете, ты как-то непонятно. Мне всю дорогу в ремонте казалось, что зазор вот этот будет меньше, чем этот. Но тут и как бы я не знаю относительно чего смотреть. Тут вообще такой отштамповка. 151, 134, пойдет. Есть, не хотел сюда лезть, но тут, блин, тут острый такой тычок был, поэтому споттер. Споттер нам все помог. Это чтоб случайно не поцарапать бампер. Хотя он тут частично поцарапанный. Но может клиент не будет красить. Зачем красить, если надо просто ездить на работу? А может надо учиться ездить, поэтому зачем красить? Все готов. Единственное проблемное место, вот как бы вот в этом месте зазор чуть-чуть больше. Хотя шов выше. Ну, с кем не бывает. Опа, смотрите, какой зазор. Чик, хороший получился. Очень я переживал за него. Чтоб он там не стянулся, не утянулся. И вы знаете, я даже там парням и дядь Коле Колумей тоже говорил. Вроде выставил все, приварил, смотрю, какой-то большой. Ну, реально больше нормы. Пока там варил, закрываю. Выровнялся. Сварочный процесс — это такая подлюка. Честно, вот подлюка. Ты вот здесь можешь не доварить сантиметр, а потом, ну, сантиметр не доваришь, да, а потом решил, что проваришь его, он может здесь уменьшиться, потому что его стянуть может и вывернуть. Поздравляю. В том году мы делали, по-моему, синий фьюджн. Кто-то писал, я не помню, я не гуглил. Ну, если что, у нас все хорошо. И если кто-то думает, что, например, в субботу, когда вы потянули и выставили зазоры, здесь по дверям хороший, и там хороший был, и эта вся регулировка дверей, фига. Сегодня в процессе работы еще я эту дверь бедную и вниз, и вперед, и назад
Потому что ты поварил вроде хорошо. Оно подостыло, смотришь, зазор изменился. Взял дверьку тут, подрегулировал. Поварил, опять назад вернул. И в итоге то день несколько раз крутил. И сейчас получается ригель, сейчас получается вот эта дверь немножко торчит за, ну, она торчит относительно задней, на понты. И завод это допускает. Но если подать буквально на миллиметр-полтора ригелек, тогда будет все хорошо. А ну, проверим. Молоток. Да хотел железным стукнуть, потом камеру включил, пошел резиновый взял. Есть. Все, так оставляю. Потому что реально торчало. Ну, она сейчас может быть все равно, знаете, на полмиллиметрика торчит, но помним, да, завод рекомендует делать торчащие двери, потому что если будут западлицо, существует мнение, что они свистеть начинают, эти зазоры. Не уверен. Но то, что вода в них больше скапливается, уверен. Здесь у нас зазор не менялся никуда. Хотя я бы дверь поднял бы или крыло опустил. Потому что здесь такая какая-то такое вообще не это. Но тут зазор, в принципе, ровный. Если дверь поднять, то тут раскроется, не надо. Крыло, да, там бы крыло опустить, было бы классно. Здесь зазорчик хороший получился. Торчит, не торчит, то уже не торчит на самом деле. Вернее, ну торчало. Торчало, сейчас тоже нормально. И здесь по плоскостям у нас нормально получилось все. И здесь по плоскостям нормально получилось все. Только тут кантик двери немножко подломан, то ерунда. Бурум-бурум-бурум-бум-бум. Тут оловом кант сделанный. И здесь немножко. Не потому что там какие-то косяки или это, потому что споттером дырок навырывал. Пришлось оловом немножко залудить. Термометр на улице 26 показывает. Да я забыл, я начал гараж закрывать и забыл, что я концовку не снял. Слушайте, ну она уезжает, все. Это последняя серия про Fusion там. Или маляр ее заберет, или парни приедут, клиенты, неважно. Важно то, что Лешка завтра должен приехать Subaru забрать, ту, которая уже стоит 8 месяцев. И он должен завтра привезти две машины. Forester и Toyota RAV4. RAV4. Будем две машины делать. Не знаю, пока Лешка что-то ничего не пишет мне. Будет, не будет. По-моему, кто-то звонит. Возможно, Лёшка. Извиняюсь, да, Лёшка звонил. Завтра утром нам Форестера приплёт, а вечером дают. Короче, все хорошо. Всем удачи, всем пока, всем счастья, здоровья. Лёшка.